Всем привет! Добро пожаловать на канал Вонтин. Я играю в игру под названием Disciples 2. Думаю, я сейчас завершу уже прохождение первой миссии. Я проходил до этого первую миссию за расу людей, за фракцию Империя, то бишь Империя людей. И уже ближусь к завершению. Просто игры долгие в Disciples, поэтому, ну, так получается тут очень долго. Как ни крути, как ни старайся, все равно будет долго, не меньше 2 часов, не меньше 2 часов. Но я уже ближусь к завершению, думаю, в этом видео я наконец-то перейду на следующую миссию, и там будет поинтереснее, потому что откроется второй уровень персонажей. То есть второй уровень здания, будет более прокачано все. Все это дело. Куда собрался? Блин, тут ком такой надоедливый, он захватывает территорию и начинает клепать демона, как будто у него деньги бесконечные. Бесячий отрок. Он вообще знает, что валюта вообще кончается. Откуда у него такие сбережения, если я все отхватил уже? Я тупо даже не успеваю. Вот опять. Вот смотрите, что делает. Короче. Мне это начинает надоедать. Если у тебя много магии, делай вот так. Иммунитет, паралич, страх, яд, трансформация. Стойкость, разум. Источник, разум. Бам. 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 Куда пошла? Бам. До свидания. Этот призывной страж за 200 мана намного полезнее, чем эти грёбаные герои бесполезные. Ты тоже бесполезная. Не дакай. Попадал бы как надо, был бы не таким бесполезным. Еще и умрут здесь. Будет забавно. Так, они по 15 дамажат. В принципе, должно выжить. Гораздо неприятнее будет, если этот останется в живых. Вот так вот. Ништяк. ХП больше стало, теперь проще выживать. Ну да, опять промахнулся. Я говорю, бесполезно. Ты такой же бесполезный, как и другие вот эти лучники. Если бы не хиллер, то я был вообще просто донным. Просто днорищем. Еще один появился, смотри-ка. Даже квиксейвниться не буду. До свидания. Опять. Ну не дурачок ли, а? Точность 82, и ты промахиваешься. Просто днище. Быстрота, не уйдешь.
Только труп будет лежать на земле. Все. Окочурился. Наконец-таки. Так. Здесь ты не будешь больше своих дурачков призывать. К бою. Так, ну сразу тебя. Бронированный ты наш. По-любому нужно юниты создавать, которые броню раскалывают. А то это дичь какая-то. Этих демонов играет в броню. Они как будто у них телепатическое сознание, и они. Они не телепатическое, а шпионы сидят. Прям рядом шпионы невидимые сидят, которых я не вижу. И они видят, что я создаю, и такие. Ага, он создает дальников, сильных дальников. Сильная магичка, да. Значит, нужно какого-нибудь жирного. И. Бьющего по всему полю боя какой-нибудь горгулью. То есть вымораживаем просто. Причем горгулья хуже всего работает, особенно в начале. Ну, в смысле, если я против нее сражаюсь. Я бы сказал, наихудший соперник в начале. Особенно против людей. Потому что у них урона нет, и ХП мало, и защиты практически близится к нулю. Там у героя 10. У еще у других там по 5, по 10. Это ни о чем вообще. Горгулья просто их сметает. Горгулья второго уровня просто уничтожает. Вообще неприятно. Еще этот, блин, промахивается, и этот промахивается бесячие. Просто, блин, дегенераты. Опять на своих животных призывает. Все, в принципе, я всю карту захватил. Мне осталось только эрек. Убить и все. Так, живой доспех. Что ты там хотел против меня сделать? Ага. Ага. Ну они, кстати, может, убьют. Ну да, убили. Качайтесь, качайтесь. Я сейчас вам сделаю приятную жизнь. Сделаем вот так. Чтоб ты ходы потерял. Ты на чё рассчитываешь? Ты думаешь, я тебя отпущу, что ли? Наивняк. Еще и промазал. Лучники мажут, капец. Понял, да? Так, блок. Блок. В крепости было бы мега неприятно, а так. Слабачки. Я могу просто по читам сидеть, и меня будут выхиливать. А, собрали, да? Так вот. Еще промазал. Надеяться на них это такое себе. Вот надо надеяться на мага. Молодец. Умничка. Солнышко. Он даже не успел юнитов туда позвать. Что, денежки заканчиваются, да? Все. Капитал на нуле. Брать неоткуда. То-то же. О, еще один. Вот смотри, опять. Он только вышел из столицы. Он только вышел, у него уже
два темных колдуна, один третьего, другой второго. Это просто какая-то фабрика по производству высокоуровневых юнитов. И это только первая миссия. Дальше будет жестче. Ну, дальше герой у меня будет прокачан. Тоже не буду правильно кидаться. Что-то я еще и хилить могу себе. А то ты своей вулькой-кулькой думаешь, ты что тут крутой, да, на тебе. Вулька-гулька. Конечно, косой, но иногда все-таки его вот даже он попадает. Во, другое дело. Выходили у меня какой себя дома, так и я буду. Наглые демоны. Шизлы свои понаставили. Ну пофиг, я тут стоять буду. Заодно проверю силы РГК. Смотрим, что она может. Так. Не будьте столь самоуверенными. Помните, смерть моя госпожа. Я служу ей, уничтожив вас. Если остался разум, уходите подобно... А, уходите по добру, по здорову. Какой по добру, блин? Так, я помню, она сильная. Стойкость. Огонь, вода, воздух, земля. То есть от одного мага она защитится. Потом... 55, все поле боя. Ну, в принципе, это не так прям жестко. Хотя против моего отряда это будет сильно. Еще она в крепости сидит, то есть у нее защита плюс 15. Это прям очень неприятно. Уровень 2, уровень 3. Уровень 2. Паралич мерзкая штука. А так в остальном, в принципе, нормально. Так, кому ХП просадить? А? Кто первый на просаживание лица? Давай ты, что ли? Она еще смертью атакует, скорее всего, да? Да, смерть. А у меня нет пока защиты на смерти, слишком. Это высокоуровневая магия, это четвертая, кажется, четвертый круг. Магии. А это надо быть магом. А я не маг. Да? Да? Да-да. Ну, в принципе, я могу с ней потягаться, я думаю. В принципе. У меня 5 человек. В принципе, можно попробовать. Еще вот так можно сделать. По-грязному. Раз, два, три, четыре. Так, для подстраховки. Пять. О, да. Я иду искать. Ну-ка, а тут есть что-нибудь интересное? Так, чисто проверить. Хилки, хилки. А, ничего, кроме хилок. Ну, то я что-то заходил, не посмотрел. Там бывают очень классные товары продаются. Все. Да? Отлично. Что?
Блин, он не доходит. Чувак, Ва. опять ты, опять ты, Да, какие чувак. грубые, а. А унижите там. Мой господин. Вы этих, да, повежливо к своему господину. Повесили. Опять ты, надеюсь, не шутишь. О, отрубил. Можно еще раз. Хорошо. Ой, извиняюсь. Да хоть наубивайся, заколебал. Я уже, мне уже пофиг. Я уже сейчас миссию закончу. Наконец-таки. Ну, они уже полудрупы все. Да, звал. Еще так, на всякий случай. Давай. Тебе броню. Сфера забвения не надо. Давай точность. У него точность почти стопроцентная. Я офигею, если он промахнется. Но с моим везением, конечно. Вполне может быть. Бам. А, щит. А, погоди. В смысле? Не понял. Огонь, вода. А, воздух. Воздух, все. Понял. Сначала не понял, а потом как понял. Да. Плохо. Да ладно. Потому что у него стойкость в воздух. Офигеть. Я что-то не прочекал этот момент. Я тебе не раб. Я привык, что лучники бьют. Ладно, забей. Если бы не это, она бы уже Что вам сдохла, угодно? серьезно. Меня еще защиты нет от смерти. Это плохо. Странно, почему он сдох сразу? Он должен был хотя бы раз походить. Какой-то волшебник-неудачник. Я тебе не раб. Да-да, нападайте, хоть и нападаетесь. Опять ты. Что-то мне уже не так везет. Что? Я буду травить вас до последнего. Опять ты, вы меня Я звали? столько зелий использовал, все равно. Почему он хп не восстанавливает? Еще. А, еще, кстати, заклинание не использовал. Восстановление. Усиление. И что еще? Тебе броник. Давай так же сделаем, только в итоге цель будет не эрок.
Я вот так вот. Хотя погоди. Тебе это ничего не даст. Вот тебе даст. Только цель будет другая. Инициатива. Так. Инициатива, инициатива. Цель инициативы. Ну, от тебя. Тебе дам. Тебе точность. Бесишь. Тебе точность бесишь. Потому что... Опять ты? Что вам угодно? Только попробуйте мне украть эту игру. От тебя заколебало. Не за тебя просрал в прошлый раз. Вот, щит, воздух спал, потому что он воздухом, и такой, все. Бам. Вот так. Другое дело. Молодец. Когда Эргок улетала из своей рушащейся башни, она крикнула: «Мы еще с вами встретимся, псы». Ой, отключал. В смысле улетала? Среди развалин было найдено противоядие, которое немедленно отправили Демосфену. А ты кто вообще? Ты же Эрх, алё. Когда она улетала. Почему? В смысле? Ничего, решили сэкономить на рисовке. Прям совсем сэкономить. Победа. Понадобилось 2 часа и 20 минут. Эрхок темная умерла. Ладно, не будем это слушать. А зачем это кольцо? Я так и не понял. Давай по приколу возьмем его. Тут особо брать нечего. О, отряд исцеляет. Прикольно. Магия талисманов. А это сфера, да? Ну... Ну, не знаю. Ладно, так и оставим. Раскол империи. Найти посла горцев слуга Риджа. Наши лазутчики сообщают, что посол горных кланов где-то в этом краю. Его пленили, когда он шел навстречу нашему отряду. Сейчас судьба империи в ваших руках. Посланника слуга Риджа нужно остановить. У наших врагов много союзников. Они наверняка постараются нам помешать. Ну, было бы удивительно, если бы это было не так. Что мы имеем? О, второй уровень открылся. Итак, из этого он превращается вот в это. Бореалис. Прикольное имя. Повреждение 85, инициатива 60. Ассасин. Повреждение 60, еще 20 яд. Ну это неприятный, кстати, персонаж. И клинок в тени.
Он из дальника превращается в ближника. Этого прикола не понимаю. ХП больше становится. ХП 150. Инициатива большая, да? Он превращается в ближника, но инициатива большая. Это хорошо. Вот только он такой ближайшей цели. Это, ну, так себе. И в общей сложности повреждения 100. Просто яд это отложенное повреждение до следующего дохода соперника, которого отравил. О, во! Титан. Отлично. Классная мухобойка для всяких там существ, которые ставят свои грязные жезлы. Теперь мага. В чем мы его будем развивать? Обычного дамагера воздухом. В мага к стойкости к воде и повреждение в воде. Повреждений меньше. ХП 110. А, ХП больше, да? Окей, ты кто? Ученик или менталист? А, он вызывает шкодников, да? Ну, а хотя мне на этой миссии не пригодится, я вкачаю лидерство и все. Как бы, пофиг. Так. Тут кого мы берем? Нужно пожирнее, а то он заклевал умирать. Страж святости. Да это копейщик обычно. Крестьянин-копейщик. Ну это самый жирный, кстати. Повреждение 70. Иммунитет, паралич, страх. У-у-у, это круто. А против кого мы играем, кстати? Горные кланы. Демоны. Горные кланы и демоны. Ну, у демонов, насколько я помню, вообще нет защиты от воды и от воздуха. Это исключение, она, ну, это сюжет босса. Такие редкие. Ну, это больше всего урона. Но меньше всех хп. Это что такое? Что странно. Я не знаю, кого мне взять, если честно. А вот хиллера уже интересно. Я хиллера возьму по-любому. Ну вот кого? Это девочка исцеляет уже 35. Все поле боя. А, еще и лечит. То есть, если на дружественного персонажа наложили дот, типа яда, то... то она его снимет сразу, моментально. Интересно, не такие же слабаки. Исцеление 30 по двум. А тут 35 по всем еще и лечению. Зачем эта ветка нужна, если есть вот это, а? Что-то я не понял вообще. Типа он жирнее и все. В чем прикол? Ну, он типа, ну, он явно как бы не дотягивает. Тем более вот это вот. Что это за чудо в перьях? Лечение вообще 28.
И хп еще больше. Сделали бы лечение 40, там, я не знаю. Он же всего двух лечит. Иерей. Еврей это, а не иерей. Защита 20. Разум, вампиризм, тауматургия. Ну вообще я бы инквизитора взял. У него и хп больше, и иммунитет, и стойкость, и все дела. Раз демоны любят эти всякие штуки с превращением. Ну я бы взял, честно, всегда бы я брал. За демонов персонажа, который там делает грязные вещи с превращениями. То есть, ну, атакует разумом. Хотя можно взять превращение в камень, и инквизитор будет бесполезен. Поэтому можно взять имперского рыцаря, он пожирнее будет. Я хочу рыцаря взять, если честно. Урон у них одинаковый, но рыцарь чуть жирнее за счет брони. Ладно. А, ну у меня уже есть. Да, давай рыцаря возьмем. Вот так, вот так. Вообще, давай нафиг этих лучников. Давай двух магов возьмем. Хотя, погоди. В прошлый раз маги часто умирали у меня. У этого лучника 120 хп будет. А у мага 95. 110, 100. Ну ладно, лучник пожирнее. Давай пока остановимся на лучнике. Вот так вот. Перенесем все предметы. Не знаю, зачем мне это кольцо. Ну, наверное, в прошлой миссии его надо было куда-то деть. Но я не удосужился узнать, где. Точнее, куда его деть. Тут мне больше нравится вот это. Так. На кого нападаем? Чего изволите, сэр? Этот на него можно, но он какой-то опасный. Хотя у меня рыцарь есть. А, не будем спешить. Ну, этот самый хлюпкий. Давай. Ну, опять 25. Вся надежда на хила, вот вся надежда на хила просто. Я на тебя вообще не надеюсь, заколебал ты меня. Промахивается каждый раз. Дурной какой-то. Ой, могу на них напасть. К тому же. Но... Головорез мне не нравится, он сильный слишком. Плюс у них лучник. Лучник та еще проблема.
Он хоть и косит, но противный очень. С двух ударов он ее убьет. Двадцать пять, пятнадцать. Сорок урона. Не хватит, ну этого не хватит. Ай. Ладно, давай гоблинов. Запомни, пекло ада тебе не избежать. Вашим жалким отрядам никогда не остановить армию кланов. Да нам не надо вас останавливать. Вы чё? Вы же гонца послали за перемирием. Не слишком шумите, милорд. Этот край кишит зеленокожими. Они звереют, стоит пройти рядом с ними. О, я тоже зверею. Особенно, когда мои ребята промахиваются. Я так зверею просто. Не представляешь, как. Так, сейчас на минуточку отойду. Буквально на минуту. Чего изволите, сэр? Чего изволите, сэр? Чего изволите, сэр? Так, извиняюсь, что насморк заклебал. Я уже не мог сидеть. Просто так. Так. Здание надо построить. Первое. А, я построил все. Забыл. Так, ну на них можно напасть, кстати. Давай, война лучников. Кто первый убьет дальника? О, молодец. Нанес крит, ну, кританул уроном. Прям много, кстати, кританул. На 4 пункта это прям повезло мне прям. Так. Вот тут посложнее будет, конечно. Но можно попробовать. О, как раз. Пятнашка. Пятнашка осталась. Если я не промажу, то все будет зашибись. О, я зря его добил. Ладно. Отлично.
Кого-кого обхилим? Давайте. И себя. Чтобы не быть полутрупом. Так, все. А где край карты? Так, вот один край, да? А другой. Где-то аж вот здесь, да? Уже карта побольше, побольше, значительно больше. Я не могу на них нападать. Ну, типа, могу. Но... Головорез бесячий. Ладно, давай рискнем. Яд. А, у него, кстати, 35 урон. 110 хп. Что-то зря переживал. Сейчас с героем разберемся. Смотри, какой клевый. Говорю, маги классные. Хотя иногда даже они подводят, но сами видите. Если бы он его сейчас не убил, она бы сдохла. 100%. Так, у нее сейчас левел ап будет. Качаем его, чем хилим его. В смысле? А, я не прокачал здание. Хотя мог, кстати. Но я не ждал, что они апнутся. Точнее, не подрасчитал. Если быть, если выражаться точнее. Я не буду это делать. Это фигня какая-то. Хилит меньше. Хилит значительно меньше урона. Ой, урона. ХП чуть-чуть больше. На 10 это вообще не роляет. На поздних этапах игры. А выхлопа никакого вообще. Капец. Чего изволите, сэр? Я изволю убивать. Ученик. Так. Вы слыхали, что рассказывают крестьяне? Говорят, придет спаситель, который очистит наши земли и освободит империю. А, и освободит империю. Слыхали ли дело? Слыханное ли дело? Блин, текст мелкий, мне в этих очках не вижу. Линзы надо бы. Так. О, два орка. Гоблин-лучник. А может что-нибудь послабее? О, вот это. Можно вот это. Послабее. О, сразу минус. А, ну он улучшился, да. Хорошо. А чего они, кстати, ученика не атакуют? Он уже слабак. Я бы его сразу выносил, если честно. Тебя. Да. Конешки. Бам. Вот, теперь игра будет проще. Намного проще. Так. Ладно, давай немножко посмелее сделаем. Теперь надо ученика апнуть. Ученика мага. Только я вот не знаю куда. Либо... Нет, не элементалист. Заклинатель у него ХП больше. Либо просто маг. Давай мага. Просто мага. Что вам угодно? К бою! Это, конечно, дикий отряд. Ух, страшно. Шучу, не страшно. Когда она лечить может вам всем хана. Давай, ученичок. Ну, тоже неплохо.
Я надеюсь, что он его убьет. Кританет уроном по нему. Бам. Так. Кто тут самый жирный? Пора уже к этому привыкнуть, но я не могу. Я просто вымораживаю. Хорошо, хоть сейчас не критическая ситуация, но банально ведем по хп и по урону. И хилка есть еще переносная. Ну так будет поприятнее. Вся надежда на мага, честно. Не знаю, зачем я лучника взял. Просто бесполезная днарина. Вы это зря, заках, захватывать и убивать король. А крак вас ждать. Смерть, смерть, ваша тама. Вот это гоблины. Приветствуйте. Так. Много гоблинов, много кача. Много кача, сильный отряд. Минус. Ах ты мразь, ах ты такая мразь. Егерь. Щит. Как же ты мразь, егерь. Маг просто спасает, просто выводит на своем горбе всех вот этих вот егерей, косых, кривых, тупых. Да, и егерей, и вот этих вот двух ущербных милишников. Просто маг все выводит на своем не таком уж и большом горбу. Рыцарь еще не скоро апнется, можно не рассчитывать. Так. Идите вдоль реки на север. Так вы доберетесь до города. Тругре. Город Тругреш. Название, конечно. Лазутчики говорят, что Слукаридж пленен там. Надо его освободить, я так полагаю. Спасибо. Ой, еще сдохнет, надо было броню включить. Даже одного удара не переживет. Вот так, может, переживет. И он бы 100% пережил, если бы вот это чмо попало. А так, бам, бам. Ну, скажи спасибо вот этому твоему союзнику. Или врагу. Не знаю, что больше, это враг или союзник. В следующий раз я, наверное, вообще не буду брать лучников. Какие же они косые, бесячие. Я просто офигею. Вот из-за того, что он промазал, я потерял юнита. Вот банальный пример. Косых лучников. Просто бесполезный кусок лучника. Маг бы, был бы и то полезнее, маг. Не знаю, зачем я взял лучника. Дурак, наверное. Ну вот опять, да. Ну сами видите, вот, пожалуйста. Он уже который раз самым первым выстрелом промахивается. Бесполезно, чмо. Ну давай, попади. Это шутка такая, да? Я не хочу на это смотреть больше. На этот потрясающий геймплей. Ох, он терпение лопнет. Давай промахнемся.
Неужели? Чтобы вы понимали, у него точность 80. Он в 80%, то есть он большинство выстрелов должен попадать. А он половину выстрелов не попадает. Вот лочпек. Блин, я через броню пробивает. Что, на тебя вся надежда? Типа. Неужели? Мне даже ходы не пришлось тратить. Разбойник, крестьянин, разбойник. Вообще надо оживить по-хорошему его. Чтобы он мог получить. Противостояние косых лучников выиграл мой косой лучник. Сколько он? 30. Ну, должен убивать. Давай. Красиво. Маг, ты мое спасение. Ты мое солнышко. Так, захвачу или не захвачу? Вообще должен. Так, так, так. 55. И критический удар. Это будет больно. Ну, то есть следовало заказать. Ну. Позорище, одним словом. Хоть герой не так часто уважает, как я думал. Спасибо. Каждый раз буду его благодарить. Он будет попадать. Собственно, отстало мне так и надо. Ура, я захватил крепость. Что надо? Поздняк хвататься. Аграк давить вашу. Это что-то гоблины, там реально такой текст. Я не выдумываю его. Не коверкаю никак. Это такой текст. Ничего не могу поделать. Так, и... Ой. Что, пропускаем ход, наверное. А что там до улучшения? Далеко, далеко, очень далеко. Чуть ближе. Далеко. Что вам угодно? Ладно, давай завершим. И возьмем сундук. Ледяной щит. Ну, приятно. Так, мне нужно сделать собор, чтобы она лечила овер дофига и еще снимала дебафы. Что вам угодно? Орк богатур. Я думаю, дальников снять или сначала его. Он больно бьет. Давай тебя сначала. Он попал, нифига себе. Спасибо, спасибо. Длительное замедление еще накладывает. Следующего хода должно убить. Фух, ну хоть не промазали никто. Удивительно. Я, честно, удивительно. Да. Антитур.
Неплохо опыта подкинули. 550, 575, 550. Там есть проход, интересно. Сейчас пока просто местность исследуем. Так, тут, я так понял, демоны обосновались. А лучше, наверное, пойду отсюда. По-моему, я пока не готов с демонами драться на данном этапе игры. Найден сын императора. К нам пришел посланец гномов. Он говорит, что утера нашли в самом сердце гор. Как мог обычный ребенок прожить 10 лет в горах? Без сомнения, он тот самый спаситель, о котором говорили маги. Вот с этим утером я так и не понял прикола. По идее, когда я играл за фракцию демонов, там тоже был утер, но в нем была точно демоническая душа, заточенная в недрах у горных, земле горных кланов. И тут выясняется, что утер спаситель человечества. Что это за приколы такие? Непонятно. Чего изволите, сэр? Так что даже не знаю, что думать в этих перипетиях сюжета. А, еще конюшню даже не построил, чтобы рыцаря апать. Вы меня звали? О, уже напал на него кто-то. А, видимо, горные кланы и напали. Я видел там у них. Столб маны был. О, промах. Это. Порок, фига он дамажит. Дважды кританул. Хотя у него нет крита по факту. Прикольно. Надо рыцарю делать здание. О, демоны пришли. Надо проверить их на прочность. Но перед этим построю манеж для прошаренных рыцарей. То все гоблины, гоблины. Это бронированные гоблины. Ой, точнее, орк. Чуть дамажит, хоть здоров. Никто не умрет, мне кажется. Да, никто не должен умирать. У этих гоблинов слишком маленький урон. Триста сорок девять, 338. Почему? Он умирал, что ли? 376. А, да, он, кажется, умирал. Ну, значит, у меня будет прокачан лучник раньше. О, 150 золота, эликсир защиты. Ну так, мелочевка. К бою! Оу, великан. Ну, он... Я лучше в блок выйду. А ты все равно умираешь. Вот если бы он промазал. И 97. Но зато опыта получили больше. В принципе, хороший размен.
Мне кажется, если на него нападу сейчас, то у меня апнутся ребята. Давай сразу лучника купим. Вы меня звали? Всякий пожарный. Да, он должен. Хотя нет, опыта они мало дадут. Явно не 90 и не 70 даже. Ништяк. Маг опять спасает положение. Заметьте. А этот подводит положение. Грёбаный неудачник, лучник, егерь. Как ты меня бесишь. Офигеть, они с двух ходов все захватили. А вы часом не обалдели, демоны? Но хилок уже не осталось. Практически. Ну, еще разбойники. Надо до третьего уровня прокачать их. Иначе потом тяжело будет с демонами драться. Так, о, еще сундучок, ну там какая-нибудь мелочь. Так, ну неплохо, первую миссию сделали, вторую уже неплохо развились, точнее на начале развития. Я думаю, все попрет хорошо, но надо этих демонов ловить. Будет по всей карте, они еще, я не знаю, какие у них отряды, какие они отряды создают. Прошлые создавали гаргулей, и это было, ну, для меня неудобно очень, потому что чего куча защиты... Урон по дальникам, это прям вымораживает. Еще мои промахиваются, ну, вы сами видели, каждый раз лучник в половине или даже больше половины случаев первым же выстрелом начинает мазать. А, это какой-то... Какая-то фигня. Хотя у него точность 80%. Чего изволите, сэр? Я изволю, чтобы ты это, попадать научился. И научил своих ребят попадать. Говорит мне в игре, чего изволите, сэр. Так, ну ладно, все. Все, я пошел отдыхать. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока и удачи. Берегите себя и свое здоровье.